Ну что ж, настало время еще одного небольшого обзора наших кормовых объектов. На сей раз я снимаю наиболее популярный корм для рептилий, особенно небольшого размера. Это сверчки. Здесь у нас в наличии два домовых сверчка. Самец и самка, они выделяются более ярким цветом по сравнению с другим видом. И, собственно, двупятнистые сверчки. Светлый у нас, светло такой красный. Это у нас самец, черная самка. И вот самый маленький у нас, это неполовозрелая особь. Неизвестно, какого пола еще будет. Собственно, именно сверчки являются наиболее популярным, наиболее легко усваиваемым кормовым объектом. Благодаря тому, что у них достаточно мягкая кутикула и минимальное количество хитина, который трудно усваивается. Двупятнистые сверчки, по-моему, наиболее популярный корм, поскольку они не такие быстрые, как их домовые собратья. Домовые сверчки, ну, собственно, и двупятнистые, могут достаточно высоко прыгать. Особенно, если их пытаются схватить. И, собственно, если я начну шевелить... Опа! Один сверчок взял и упрыгнул. Как раз домовой. Двупятнистые не смогли так высоко прыгнуть. Поэтому я предпочитаю не покупать домовых сверчков. Именно из-за того, что они очень юркие и их очень трудно поймать. А в случае, если они выпрыгнут во время кормления из самого террариума, это будет катастрофа. Но все-таки мы поймали сверчков. И через пару минут подготовим их в качестве ужина нашему капскому варанчику. Вот такие маленькие, длиной всего сантиметр, либо 2 сантиметра. Но, тем не менее, наиболее популярный, наиболее хорошо усваиваемый и рекомендуемый всеми террариумистами корм для нашего варана и более мелких ящериц.